Загадочные рисунки. Около перевала Дятлова найдены древние геоглифы. Длина наземных рисунков эпохи неолита около 10 километров. Древние художники выбивали артефакты прямо в грунте посреди тайги. Геоглифы могли создать манси, они считали эти земли священными. Перевал Дятлова назвали в память о погибшей здесь в 1959 году туристической группе. Причина смерти людей до сих пор неизвестна. Существуют десятки версий. От схода лавины до военных испытаний.